А вы знали, что обычная поливальная техника частенько участвует в ликвидации пожаров? На такие выезды она отправляется минимум 2-3 раза за лето. Ее также нередко используют в случае необходимости для подвоза воды к пожарным машинам. 6 таких комбинированных дорожных автомобилей МБУ «Дорсервис» выстроились в ряд возле реки Пахра около деревни Белеутово. Все они приехали, чтобы пройти тщательную проверку. В соответствии с распоряжением по подготовке к пожароопасному периоду проводится традиционная проверка водоподвозящей техники. Как показал опыт прошлых лет, в критической ситуации техника обеспечивает подвоз воды для тушения лесных и торфяных пожаров. Проверка начинается с осмотра документов и самой машины. У водителя должен быть бак бензина под завязку и заполненный путевой лист. Также в кабине обязательно должны лежать лопата, топор, пила и лом. Вызывают нас и на пожарные вот эти дела, где сильные пожары, вызывают нас. Ну, должны при себе иметь, мало ли, что там рубануть. Затем оценивают, как работают сами механизмы, нет ли проблем с забором воды и поливом. С помощью мотопомпы заполняют цистерну, в нее вмещается 12 кубометров. На это уходит в среднем 20 минут. Если все вышеперечисленное удается без проблем, с документами полный порядок, техника готова к работе. Вот и на этот раз проверку она успешно прошла. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.